Всем привет, ребята, с вами Monster Lex. Сегодня будем продолжать такую игрушку под названием Pet Simulator X. Как можете заметить, у меня куча питомчиков. Кто не смотрел прошлые серии, обязательно посмотрите про подарочки. Также, я смог найти вот этот ховерборд. Мне даже подсказали, где он находится, и вот такой он быстрый. Он намного быстрее, чем мой первый. Можно даже посмотреть. У этого одна скорость, а у этого три. Это прям супер быстро. Ты же когда прыгаешь, он еще ускоряется. В общем, ребята, вы мне накидали просто кучу подарочков. Сотни. Сотни подарочков. Я, честно, в шоке. Офигеть. Также, если вы хотите отправить любой подарочек на мою почту, вот мой ник. Monster Rich. Вот мой никнейм. И вы можете любой подарочек абсолютно кинуть. И все будет круто. Также, ребята, если вы хотите, чтобы я начал такую рубрику «Кража банков», ну, как бы не кража, а назвать себе индекс пополнять, потому что индекс мой очень мелкий еще. И пока что у меня только 9 питомцев могу носить, а хочется так-то всех этих питомчиков, которые мне насылали. Также я понакупил вот таких Scary Corgi и Scary Cat. В общем, если вы хотите также кидать мне инвайтики, кидайте обязательно инвайтики сюда. И будем смотреть их. Так сказать, создадим новую рубрику. Что ж, ну давайте приступим начинать наши смотреть подарочки. Ну а перед началом данного видеоролика не забудьте подписаться, поставить лайк, ну и конечно написать какой-нибудь комментарий. Что ж, ребята, начинаем. Так, мы с вами наверху, я думаю, здесь и начнем. Так, развивайся в том же духе. Спасибо огромное за главу раскладывателя такого Rainbow. Вау, Даша, смотрите, Dark Matter, Clover, Absolute 10, спасибо огромное. Я в видео, да, ты видео. Спасибо за Clover для такого и миллион гинчик. Спасибо. Капибара. Нахуга. Куириш Корги. 300 лямов. О, спасибо огромное. О, Шайни, Шайни Clover Fairy, обалдеть. Спасибо большое. Обычная Clover Fairy также, Dark Matter, спасибо. Еще один Шайни Clover Fairy, только уже Golden. Он нам много подарочков накинул. Дальше у нас Love Line хардкоровский. Тоже хорошо. Дальше у нас Clover Axolotl с Royalty. Дальше у нас еще один Clover Axolotl с магнитом. Так, ты видео? Да, ты видео. Спасибо за подарочек. И решкурки хардкор. Наверное, такого нету, наверное. Это что-то там. Спасибо за Rainbow Axolotl. Вау, Валентиновского Dark Matter. Еще вот этого Dark Matter. Axolotl, спасибо. Радужному Axolotl, спасибо, офигеть. Хардкорный. Мне кажется, пока что самый сильный хардкорный бет, который у меня будет. Еще и стреляет. Дальше у нас Dark Matter Clover Axolotl. Тоже спасибо огромное. Арелик 2001, спасибо за Сафари Кэта. Большое спасибо. Так, привет, Clover Axolotl. Давай. Спасибо. За рояльти такого. Еще, офигеть. Еще один апдейт, офигеть. Спасибо огромное. Сегодня, наверное, у меня будет куча таких подарочков просто. Будем сегодня также их открывать. Очень интересно. Ребят, тут в чате написал, у нас две мини-кометы уже вспомнилось. Вообще круто. Еще одного Dark Matter Axolotl. Офигеть, у меня просто коллекция будет. Royal Dinty Work. Валентиновского также вот такого питомчика. Спасибо. Вау, сколько нам подарочков закинул просто. Спасибо. Еще 200 миллионов. И также опять этого Мишку. Ну и Dark Matter Axolotl. Привет, братан. На тебя. Раз и быстро. Так, непонятно, что он там написал. Ну ладно. Спасибо большое за Rainbow Clover Axolotl. Дальше. Опа. Party Tiger. Спасибо. Я знаю, это довольно-таки редкий. 19 лямчиков. Спасибо большое. Добавь друзья, плиз. Party Crown. Так, золотая, спасибо, спасибо. На хардкор. О, отлично, еще и Strange 5. Огромное спасибо тебе. Так, за это все дай экс. Ну, у меня пока что нет таких сильных эксклюзивок. Извините меня, конечно. Clover Fairy, спасибо. Doodle Dragon и Irish Corgi. Что у нас дальше? Doodle Agonia, 3 миллиона. Продай кому-то, просто так, окей.
Хорошо. Так, Ириш Хорги хардкорный, Кэнди Кэн уникорн. Хорошо, отлично. Привет, он слабый, но для коллекции пригодится. Согласен. Аж у нас опять Ириш Хорги. Тудл Юникорн. Партия к золоту. Большое спасибо, Рия. Клавер Фэри Дракон. Еще Клавер Фэри. Клавер Фэри Дракон. Также вот такой вот Дудл Сос. Как его зовут, я уже забыл. Спасибо большое, у меня такого нету. Для коллекции просто отлично сойдет. Клавер Экслотли теперь. И 70 лямочек гемов. Спасибо большое. Также Клавер Фэри такой вот. И 2 миллиона гемочек. Спасибо большое. Дальше Дудл Манки. И 1 миллион. Вообще так неплохо. Передай привет, Паш. Привет, Олег. Сафари Кэт. Отлично. Спасибо. Саша Неч. Так. Ириш Корги. Клавер Фэри Драгон. Офигеть, спасибо. Рейнбоу. Так, Рейнбоу Валентиновский. Давай дружить. Хорошо, кидайте мне, так сказать, свои запросики. И, конечно же, я вас приму. И 1 миллион. Отлично. Опаньки! А Релик тут начинает свои разборки. Сторм эксклюзив. Большое тебе спасибо. У меня просто... Это питомец, он вроде бы на один поинт, конечно. Ну, это очень хорошо. Я вам так скажу. Потому что я хотел бы сделать эксклюзивное яйцо и потом вам разыграть его. У нас Сторм. Спасибо большое. Клавер Эксолотль. Дальше опять у нас Саша Неч. Рейнбоу Клавер Фэри. Рейнбоу Клавер Эксолотль. Огромное спасибо тебе. Так, дальше у нас Дерк Мэттер. Тоже красиво. Опаньки, офигеть. Наверное, самый сильный пока что, который у меня будет. Это у нас Шайни Дерк Мэттер. Валентиновский питомчик. 40 кинтиллионов. Просто обалдеть. И, ребята, также у нас 65 тысяч. Спасибо большое. Опять у нас Релик идет. И хардкорный Клавер Эксклюзив. Спасибо большое. Дальше у нас золотой. Тоже спасибо. Два у нас такие вот Дудл Юникорна хардкоровский. Тоже хорошо. Опаньки, Дарк Мэттер, Клавер Эксолотль, огромное тебе спасибо. Клавер Эксолотль, второй Клавер Эксолотль. Так, у нас дальше золотые идут, офигеть, спасибо тебе большое. Обычный Эксолотль также. Еще один, золотой, твои видео топ, спасибо большое, 20 тысяч. Так, Клавер Эксолотль, еще один. Дудл Юникорн, тоже хардкоровский. Сафари Кэт, опаньки, и у нас Клауд Кэт. Спасибо тебе, Релик. Вообще так хорошенько. И также эксклюзивный пет пойдет на поинты. Я не знаю, сколько поинтов он дает. Было бы удобно, если бы разрабы добавили такую иконку, там где показывают, сколько это поинтов эксклюзивный питомчик будет давать. Клавгриск Аксолот или еще один мифический. Так, Сафари Кэт, Парти Кэт. Спасибо. Опаньки, офигеть, Дудлс, секретка. Вот такой вот у нас Дудл Дарк Мэттер, секретка. Просто огромное спасибо. Очень крутой. Довольно-таки. Я не знаю, за сколько его сейчас можно продать, но я думаю, прям задорого. Дальше у нас партия Аксолотль. Партия Панда. Компаньон третий. Он будет 75% сильный, как мои лучшие питомчики. Вообще круто. Дальше что у нас тут? У нас есть Сторм. Офигеть, сколько штук? Что? Офигеть. Это сколько поинтов? Давай посчитаем. Раз, два, три... 4, 5. Это еще 5 поинтов. Он еще мне еще одного скинул. Сторма. Сейчас 6 поинтов всего. Офигеть. Вы просто это видите? Откуда у тебя столько питомчиков? Я просто не понимаю. Обалдеть. Спасибо тебе огромное. Дальше у нас Клавер Эксолотль. Еще один. Еще один. И еще один апдейт хайп гифт. Офигеть. Сколько мы сможем их сегодня открыть, мне интересно. Просто обалдеть. Балдеж. Дальше, я про валентиновский вот такой вот питомчик с руялкой, спасибо огромное. А релик, еще сколько он мне скин, господи, раз, два, три, три рейнбоу золотые. Просто большое спасибо. Еще и один дарк мэттер, золотой, и что, офигеть. Просто, клавера юникорн секретный, рейнбоу. Вы посмотрите, еще один хук. Что? Каким образом, господи? Обалдеть. Чувак, спасибо тебе огромное просто. Я не знаю, мне нет слов. Это второй хук, понимаете? Это второй уже хук за эти все дни. Обалдеть. Просто обалдеть.
Спасибо просто всем огромное за подарочки. Всем. Huge Hell Rock. Еще один. Еще один. Офигеть, сколько я уже серий снимаю. И мне уже подрядом их просто валит. Спасибо тебе огромное. Просто спасибо. Давайте соберем все подарочки. Хреном скинули. Ба-бам! И на нас уже 6 миллиардов и 400 миллионов. Вот он наш еще один родненький. Ба-бам! Просто посмотрите на это. Два уже хуга, два хуга. Я просто в шоке, ребята. Просто в шоке. Что я могу сказать? Что ж, ребята. Ну, а я думаю, что на этом будем заканчивать пока что. Давайте соберем еще наградку. Также доберем наши дейкаевские питомчиков, если они тут есть. Нету. Сегодня прям прикольненькая серия еще одна получилась. 100 подарочков сегодня взяли. Что ж, ребята, думаю, на этом будем прощаться. Всем хорошего настроения и всем покеда!